Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Дукит, канал World of Games. Мы сегодня с вами поговорим о том, вернее, такой проблеме, которая возникает, но не скажу, что так часто, но все равно имеет свое место. Это, ну, не устанавливается CLR-браузер, либо не устанавливается старая версия OBS Broadcaster. То есть при начале установки у вас пишет ошибку, то есть не начинает начало установки, либо при установке полной версии CLR браузер Broadcasters они выводят, то есть у вас нет CLR браузера именно в меню от OBS. Ну, я сталкивался с этой проблемой, просто решил сделать видео по данной проблеме, потому что, может, не у всех, но у многих она все же, ну, вы с ней сталкиваетесь. Поэтому дело в том, что при отсутствии такой программы, как VirtualC, и либо не обновлен у вас нетворк, почему-то CLR браузер именно, ну, либо он неправильно работает, либо просто он не применим в плане того, что вы не можете им пользоваться, либо он у вас не показывается из-за этого. Вот, я ссылочки в видео скину вам ниже на сайт. Ну, это либо Microsoft будет, это официальная программа Microsoft, где вы скачаете, либо обновите нетворк, если у вас старая версия. Вот, либо я еще скину вас именно на сайт, где тут, в принципе, все объясняет, показывает, не то, что показывает, но в письменном виде объясняет, что причина и как можно ее решить. Вот, ну, начнем с того, что мы по ссылочке переходим. Это у нас будет, но все же, наверное, официальный сайт Microsoft. Вот, у нас здесь есть распространенные пакеты, то есть это полное обновление пакетов. Мы здесь ставим, ну, желательно, наверное, ну, все, то есть все галочки, скачиваем все это дело и устанавливаем. Вот, после чего перезагружаем компьютер и заново пытаемся либо открыть LR браузер, должен появиться, либо переустановить OBS Studio. Ну, если не помогает это, я советую, конечно, сразу вам, наверное, все же установить Virtuals для обновить и сразу обновить нетворк микрософтовский. И переходим в нетворк и скачиваем. Здесь вот видим программу, она, в принципе, для всех Windows, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows... Короче, все Windows берем, скачиваем и обновляем также. Все, опять же, грубо говоря, все вместе сразу делайте и перезагружайте, и пробуйте запускать. И я думаю, после этих манипуляций у вас все будет работать нормально и появится там, если до этого не было, свой браузер, который вы, допустим, либо скачивали вместе с программой OBS Broadcaster старого образца Classic, либо вы дополнительно скачивали CLR браузер именно в эту папку. Ну, в принципе, на этом, наверное, видео я свое заканчиваю. Кому это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Дукит, канал World of Games. До новых встреч. Всем пока.